Значит, техника замера головы правильного его диаметра. Значит, смотрите, сантиметр идет по верхней, по верхнему краю ушей. Вот. Верхний край ушей. Да. То есть, да, чтобы она была именно так. У нас получается. Сейчас дадут тихо себе. Не вижу. Вот. Здесь 53. Получается, да, 52. Да, то есть вот вы идете по вот край, да, сантиметра по бровям, угу, захватывает уши. Край, вот, вот это, угу, вот меряете. Угу. Не в любом месте, а совершенно в конкретном. О, еще раз, пожалуйста, сделайте. Вот. Так, дай ножку. Дай ножку. Вот, тихо. Не крути. Вот, значит, по бровям и по верхнему полюсу ушных раковин. 51. 51,5. Получилось. 51,5. Это надо будет. Вот это надо.